Привет, как меня слышно, как меня видно? Привет. Надо как-то по-другому ставить телефон. Красота неземная. Спасибо! 10 баллов. Это супер! Я сижу в ресторане и пытаюсь поесть. У меня есть всего 10 минут. Пока я жду подругу. И я решила выйти к вам с вами поболтать. Слышно отлично, но это супер, это же потрясающе, как здоровско. Спасибо. Здравствуйте, друзья. Здравствуйте, мои новички и старички, все здравствуйте. Немножко пью чай. Пока вы собираетесь. В прошлом эфире получила от вас такое тепло, поддержку. Набралась, здорово. Улетел в комментарии. Я поняла, что вы меня благодарите. Спасибо и вам огромное, что вы пришли, вопрос задали, получили огромное количество позитива. Здорово. Так мир устроен. А все наши с вами отношения – это дорога с двусторонним движением. По-другому быть не может. Удивительно. В прошлый раз, знаете, зашла девушка и сказала: «Боже мой, какая грубятина, фу». Не знаю, где он там нашел грубятину. Вот, еще одна девушка зашла, написала мне комментарий под сохраненным уже прямым эфиром, что я похожа на обезьяну. Я зашла в ее блог, но поскольку там аккаунт оказался закрытый, и была только аватарка, там вообще копия на фотографии была копия свиньи. Вот, что, собственно говоря, конечно, и вот трагично, да, в жизни. Она во мне видит обезьяну, я в ней вижу свинью. Ну, вот как-то так бывает. Обменялись такими комплиментами, жизненно, видимо, важными. Ваш любимый шампунь. Знаете, я очень люблю и с удовольствием вам об этом сообщаю косметику Олеси Мустаевой. И пользуюсь ее очень многих вещами, пользуюсь конкретно ее. Мне очень нравится. Да. Боже, как я по вам соскучилась. Ну, вот сейчас я утолю вашу жажду во мне. Немножко, всего минут 10, пока не приедет Катюха, подружка моя. И всем здравствуйте тоже. Мамочка, привет, Анюшенька, привет, мое солнышко. Удалось найти эту рыбу? Нет, миногу я не нашла. Пока миноги нет, сказали, что она может быть через неделю. Это такая рыба, которая сезонно ловится. Вот девочки пишут, что Олеся Мустаева им нравится. Мне тоже очень нравится, я пользуюсь ей с удовольствием. На днях напишу вам пост конкретно по тому, чем пользуюсь, что у меня есть от нее нового. Но миногу я продолжаю искать. Сказали, что, возможно, она будет через неделю. Как только я ее найду, я обязательно ее приготовлю, покажу, как я ее готовлю. Вообще покажу вам ее. Какие у вас красивые реснички. Реснички – это включен фильтр здесь, в этом инстаграме. Мечты сбылись, да. Где здесь женскую энергию? Где взять женскую энергию? Значит, про энергии вообще нужно много чего понять. Для начала, ту энергию, которую мы получаем, в принципе, ежедневно, космическую, нужно научиться не тратить. Тогда мы остаемся ресурсными. И это, в общем, самая-самая серьезная и главная наша задача. Не тратить ту энергию, которая нам предназначается изначально, по праву рождения. Хорошо, что восстановили аккаунт. Спасибо. Да, неплохо. И вам доброго вечера. Тема какая? Тема у нас никакой не будет, потому что я всего 10-15 минут с вами, поэтому кратенько поговорим, скорее всего, когда курс воздуха. Курс воздуха будет в ноябре месяце. Я об этом уже говорила неоднократно. Не торопитесь никуда, пожалуйста, только закончили предыдущий воздух. Точнее, он даже еще не закончен, мы еще на связи. Марина, здравствуйте, здравствуйте. Доброго вам вечера. И вам доброго вечера, Лена. Я новенькая, в полном восторге. Алина, здорово. Мне приятно, что вы новенькая. Что вам здесь нравится? Маме 70 лет, перенесенная операция на сердце, стенты. Валик ей можно. Можно и показано. Еще точно так же, вашей маме необходимо, как и всем остальным девочкам, греть ножки. Несмотря на 70 лет, это возраст вообще детский. Как вы отдыхаете? Говорит, как вы расслабляетесь? Да я не напрягаюсь.
по-разному. Непривычно не за рулем. Непривычно не за рулем, бывает, да. Почему ты перестала принимать Катючи? Это нормально, потому что кого-то из людей мы принимаем какое-то время, видимо, берем у них все то, что нас интересует. Потом, знаете, как сосуд, для нас в этом сосуде, возможно, уже ничего нет, и мы отказываемся от этого сосуда. Так происходит, возможно, со многими людьми, не конкретно с кем-то. По жизни и меняются у нас приоритеты, какие-то вещи мы однозначно берем. Вот, Катя мне пишет, что она бежит, поэтому она уже бежит, а я с вами быстро-быстро разговариваю. Можно ли Валик, причем? Причем Валик можно при пневмонии. Валик нужно при пневмонии обязательно, особенно под грудной отдел. Курс золотое сечение октябрь будет. Будет. Я сейчас решаю налоговые свои вопросы, их закрою и сразу открываю, приглашаю вас к себе на курс золотое сечение. Про него мы будем говорить часто, очень много. Вот это вот время перед курсом будем говорить про него все время. Для тех, кто еще не понимает, что это такое, я вам все расскажу подробности в своих прямых эфирах. Мне проще всего делать так, это доступно, и сразу же отвечать вам на ваши вопросы. Стоит, не стоит, надо, не надо, чтобы вы это понимали. И чтобы вы делали выбор сами, а не я настаивала на чем-то, понимаете? Пожалуйста, про витамины, про нехватку. Про витамины, про нехватку. Вообще про хватку, про нехватку. Напишу отдельно пост про те витамины, которые, в принципе, скажем так, не люблю очень это слово, среднестатистическое, но в принципе так, вот, так получается, что сейчас нужно принимать, напишу про те витамины, про которые сейчас нужно принимать всем. Имейте в виду, что витамин С нам показан бесконечно, поэтому мы его принимаем в органической форме. Обязательно бруснику и клюкву. Это сейчас как раз идет сезон этой ягоды, и нам принимать его просто, ну, вот, само собой разумеется, это здоровско. При варикозе ноги греть можно и нужно. Нужно и можно. Давайте запомним раз и навсегда. Человек – это существо теплолюбивое. Он любит горячо, тепло и даже, можно сказать, жарко. Поэтому жить надо человеку в тепле. Коль мы с вами живем в таких регионах, где не очень жара, мы это восполняем тем, что мы греем ноги. Слышите меня внимательно? Слушайте, пожалуйста. Мы этим самым возбуждаем свои надпочечники, заставляем их репродуцировать нормально те гормоны, которые, возможно, в какой-то момент могут находиться в дефиците из-за того, что мы в бесконечном холоде. Девочки, которым нравится носить открытые щиколотки, имейте в виду, что вполне возможно у вас будут с репродуктивной вашей способностью могут возникать нюансы. Поэтому, кто не хочет этих нюансов, пожалуйста, как только начинает быть прохладно, защищайте свою щиколотку, защищайте свои ноги, они должны быть в тепле. Да? Суворов еще много лет назад сказал, держи ноги в тепле, голову в холоде. Слышите? Желудок в голоде. На самом деле все давно сказано, только мы не слышим, понимаете? А когда у нас что-то случается, тут мы начинаем уже принимать какие-то действия, после того, как начинаем понимать, что произошло не так. Пойду греть ноги. Обязательно. Ноги греть можно любым способом, который вам удобно. Опускать в теплую водичку, завести себе грелку, наполнять, завести себе водяную грелку, завести себе электрическую грелку. Пожалуйста, будьте внимательны, девочки. Если в постели есть какая-то синтетика, и вы кладете на ночь электрическую грелку, вполне возможно, что ваши синтетические ткани, той температуры, которую будет давать грелка в плотности своей, потому что это будет находиться закрыто, не будет вентилироваться, могут прогореть. Будьте, пожалуйста, в этом смысле очень внимательны. Поэтому я бы все-таки предпочла, просто мне девочка писала об этом, были такие нюансы, я бы предпочла все-таки водяную для вас грелку, потому что с ней нет никаких проблем. Если у вас нет грелки для воды, просто в конце концов возьмите большую бутылку полуторалитровую. Окей? Грелочка каждый вечер, здорово. Да, это сюда, это я удачно зашла. Хорошо, спа Наталья. Меня радует, что вас радует. Удачно, это вот прям удачно. Большая киста на яичнике, вздутие живота, грей ноги. Все это можно вам греть, и ваша киста вполне возможно в какой-то момент вас покинет. Еще напишу пост про витамины, вы тоже послушайте внимательно, они вам тоже нужны. Если живу в теплом, витамин D нужен? Нужен. Нужен, необходим. Витамин D у 99% находится в глубоком дефиците. Нужен обязательно. Муж подойдет как грелка? Слабоват муж, потому что его температура 37, а нам нужна температура где-то 40 градусов для того, чтобы разогреть свои ножки. Слышали меня? Услышали? Мужа будет маловато, хотя это прекрасная грелка, я бы сказала, на все тело, а не только на ноги. А при температуре можно греть ноги? Обязательно греть на ночь, имеется в виду на ночь, если вы можете греть и днем, если вы не будете выходить на холод, если вы не будете резко менять температуру своего тела, понимаете, да?
Хорошо. Хорошая информация. А то, какая причина высокого давления? Этих причин может быть не одна, а много. Но главное, это ваша сосудистая проблема, вашей сосудистой системы. Она у всех такая есть в той или иной степени. Поэтому мы на курсе «Воздух» учимся дышать, чтобы вот этой проблемы как раз не было. И чтобы давление мы могли всегда нормализовать сами, просто, собственно, научась правильно дышать. Но сейчас не об этом. Здравствуйте, куда-то пропал пост 2, чуть про 5 скобых. Он никуда не пропал, он висит на месте. Очень. А, если пост 2, пост 2 я закрыла, потому что нет смысла одно и то же транслировать. Прицепить точно так же вы можете брить ножки. Делать это с удовольствием, пожалуйста. Как вы относитесь к мезотерапии? Давайте вам вкратце объясню, что такое мезотерапия. Для того, чтобы наша кожа стала классной, нам надо, чтобы клетка изменила свое качество. Мезотерапия не попадает в клетку, она попадает в межклеточное пространство. Клетка сама себя ничего не впускает. Это делает только обменные процессы нашего организма могут поменять. Вся ваша мезотерапия – это выброшенные бабки, и все, что вы видите, результат на лице – это отек. Отек, ну, немножко как бы за счет того, что лейкоциты и эритроциты немножко будоражатся, ну, как бы некая иллюзия того, что вы получили… Точно так же можно просто потыкать иголкой. Слышали? Все, из чего мы состоим, это то, что мы едим, и то, что мы дышим, и то, что мы пьем, понимаете? Поэтому нам отсюда нужно заниматься своим классным телом. Если у вас нет здоровья, никакая мезотерапия, которая сверху вас потыкает, не превратит вас в красавицу, превратит вас в обезьяну с лицом, у которой будет рубцовая ткань. Все, что вы протыкаете кожу, так или иначе, это рубцевание. И знаете, я встречаю актрис, уже стареющих актрис, и я их даже не сразу узнаю, кто это, просто моя интуиция догадывает. Так я вот одну встретила, и кожа ее выглядела как кирзовый сапог, ну прямо жопа жопная. Я не думаю, что нам нужно такое же. Девочки, подходим к другой стороне решению насущных проблем. Поймите, не может быть нездоровый человек хорошо и красиво выглядит, это невозможно. Перстень красивый, это волосатик, кварц волосатик в обрамлении бриллиантов. Естественно, золото. Марина, вы вегетарианка. Какое-то время была вегетарианка, какое-то время не бываем вегетарианкой. Я пытаюсь подбирать то питание, которое подходит конкретно мне. Мы все очень-очень разные. Я хочу понимать себя. Точно так же и вы должны понимать себя. Мы все разные. Марин, если сильный лающий кашель, то как лечить? На курс воздух. Но кашель может быть от чего-то. Нужно понять, что происходит с вами. Что с лицевыми нервами, не имеет лицо, челюсть болит. К вам на курс «Золотое сечение», где мы будем заниматься этим очень-очень серьезно. Буквально я надеюсь, что через на следующей неделе я объявлю старт. Следите, пожалуйста, за анонсами. Мы справимся с этой задачей, это не самая сложная задача. Вы должны понимать, если не имеет лицо, то где-то нарушено кровоснабжение. Если нарушается кровоснабжение, голова нам очень-очень важна. То есть нам никак нельзя позволить здесь сделать себе непроходимость сосудов для того, чтобы, не дай бог, не пострадала наша жизнедеятельность, наши мозги. Какие процедуры посоветовали бы у косметологов? Если косметолог владеет шикарным массажем, фасциальным массажем, больше никаких. Все остальное просто это мудёвые рыдания. Можете продать, если вам некуда девать деньги, можете ходить это делать. Это ваша проблема, вы не улучшаете ситуацию, а ухудшаете. Принять тяжелые. Так. Марина, придерживайся сезонной еды. А хочешь не хочешь, так по-любому получается, потому что стараешься выбирать из продуктов лучшие продукты. Поэтому хочешь не хочешь, получается сезонное питание. Какая цена у курса «Золотое сечение»? Точно так же, как у остальных моих курсов, 4 990. Цену не меняю, несмотря на то, что стоимость доллара астрономически типа по отношению к рублю подросла. Нас это не грамма, ваша телеграмма, я верю в рубль. Хондроз шеи можно использовать, да, нужно, золотое сечение вам необходимо, кислотные пилинги, знаете, я, как вам сказать, начните, пожалуйста, с механического пилинга и посмотрите на состояние своего, как будет меняться ваша кожа на состояние своего лица. Если вам это будет заходить, возможно, что и будет смысл попробовать что-то менее щадящее, типа кислотных пилингов. Но нужно понимать, как ваша кожа реагирует на подобные вещи. Хотя это разные вещи, механика и кислота, но тем не менее, попробуйте.
Как вернуть обоняние? Прийти ко мне на курс воздуха, он будет в ноябре. Какие витамины для волос посоветуете? Мне какой-то вчера сказали витамин, я напишу, короче. Напишу в специальный пост, сделаю для этого. Марин, почему-то еще щелкаю пальцы на ногах при ходьбе. В любом случае нужно греть ножки и заниматься тем, что вы будете укладывать свое тельце прекрасное на валик и постепенно снимая различное количество блоков в теле, которые есть. Все, сладкие мои, ко мне пришла подруга, я с вами прощаюсь. Огромного вам желаю прекрасного, хорошего вечера, огромного здоровья, крепкой нервной системы, никаких там стрессов и подобной билиберды. Люблю вас как прежде и остаюсь с вами бесконечно на связи. Всех целую. Спасибо. Видишь? Ты же моя быстрая олень. Я так и знал, что так скажешь, но я решила, что... А, ты хотела меня сфоткать. Чуть-чуть я поторопилась, да?